Атлантическая сёмга. Эта крупная рыба становится половозрелой в возрасте 5-7 лет и может достигать 30 килограммов веса. Продолжительность жизни в среднем составляет 13 лет. Атлантическая сёмга, в отличие от своих дальневосточных собратьев, способна нереститься несколько раз за свою жизнь. Однако после нереста выживают немногие особи, так как в этот период они не питаются и пребывают в реках, а не в море. Однако, если рыбе удалось вернуться в соленые воды, то она быстро восстанавливает свои силы. Нагуливаясь в море, сёмга может преодолевать большие расстояния в поисках пищи.